Но сегодня качество, то, которое мы декларируем, мы не экономим никаких средств, мы вкладываем в каждый продукт. То, о чем говорит Сергей, он сказал вам истинную правду. И мы, принимая решение, вступая в диалог с технологами-производителями, которые говорят: ребят, весь мир производит так, вам что, деньги девать некуда? Почему вы не хотите? Это же тоже натуральный подсластитель, натуральный ароматизатор, на самом деле синтетический, мы это понимаем. Говорит: но вы же сэкономите 3% от себестоимости. Люди не понимают, что качество – это то, что двигает нас вперед. Это то, когда мы говорим... Это то, когда мы говорим: я продукт своего продукта.